Всем привет, с вами Юрий Вишеська. И сегодня я сделаю вам обзор на одну пасхалку, которую я нашел. Да, я знаю, нашел не я, и тем более ее уже давно нашли, но все равно лучше поздно, чем никогда. Давайте перейдем уже к ролику, не будем томить, а также перед тем, как мы начнем, поставь лайк и подпишись на канал. А мы начинаем. Так вот, вы можете зайти на карту офис обязательно в любом режиме, и после этого нам нужно всего лишь ходить по этой карте и найти те самые два монитора. Так вот, давайте я вам покажу. Так, что? Это та самая пасхалка кореша, да, это же видео кореша, это превью, видео кореша, ребята. А это доказывает нам то, что разработчик хоть немножко следит за комьюнити. И всякие пасхалки, там мясная курица, доказывают то, что Тоу Чикен может появиться в обнове. Но это еще не все. Давайте посмотрим, тут есть тортик. Тортик, который как раз у нас тоже есть. Давайте покажу вам. Ну это так, как это, ну, это просто текстурку. Скорее всего, модельку использовали из карты и добавились предметом. Ну тут всякие мониторы обычные, ничего на них нету. Я вам покажу сейчас более старую пасхалку, которую я снимала на канале, про которую я еще на канале снимал 2 года назад вроде. Что? Это же видео Плума про тетю Зину. Видите, как прикольно? Ладно, мы разобрали пасхалку, ролик получился очень маленький, но все равно хоть бы что-то. Потому что в последнее время мне не особо хочется снимать полноэкранные ролики, но и в то время хочется. И поэтому я, скорее всего, буду снимать очень часто ролики и дойду до такого момента, что у меня попросту не будет идей. Так что прошу тебя написать идею для моего ролика в комментариях, и, возможно, я ее одобрю. А мы с вами прощаемся. С вами был Рубик 6К, ставьте лайки, подписывайтесь. Всем пока-пока.